Ну, я решила выбрать программу из самых красивых оперных арий, написанных для лирико-колоратурного или колоратурного сопрано. Из творчества Россини, как основоположника Бельканто, я взяла наиболее известное его произведение. Это «Севильский цирюльник» и «Вильгельм Тель». Мне очень помогает. В моем концерте принимает участие еще одна прекрасная сопрано, лирико-драматическая сопрано Алена Гуляева, солист по филармонии. И также прекрасный концертмейстер Елена Пономарева и две прекрасные, ну, можно сказать, девочки, молодые музыканты. Это партия скрипки Елена Доронина и партия виолончели Светлана Морозкова.